Всем привет, ребят. 29-е испытание, 28-е мы прошли на стриме. Решил забомбить и пройти уже с донатными героями. Взял Огнекрыла сюда, хотя можно его в принципе не брать, но он мне нужен тут вместо Бигфута. Пока потестирую так, потом пройду вам другим составом бездонатным. Хочу все-таки затащить все 36. Взял сюда Гаргула. Почему Гаргула взял? Для того, чтобы был дополнительный отхил и не сливали у нас тыковку, потому что тыкве не хватает отхила, к сожалению. А так с исцелением плюс 2 отхила, вот нормально. Вот отсюда кидаем не стрелка, а этого атланта, чтобы слились 2 стрелка. Именно 2 надо, чтобы слились, один не катит, потому что будут потом проблемы в прохождении. Так, подождали пару секунд, кидаем огнекрыло, вытаскиваем на гарпию всех и дальше уже получаем разгон. Как видите, вот тыковка в таком составе вообще практически не дохнет. Удохнет, конечно, но опять же, тут рандомчик. Но получше результат, чем предыдущие. Получался именно отсюда. Сейчас будем пробовать затащить. Варианты были разные. Бывало, оставался один герой. И я не успевал добить. Но лучше результата пока, чем с этой стороны. С гарпией нет. Да, и на ней разгон вроде неплохой. Сейчас главное, чтобы у нас Атлантик нормально включился. И на изи должны затащить. Самое главное — добежать Атланту до ульты стрелка. Потому что если стрелок ульта не... до этого, то он сразу заваншотит. Хоть там и полмиллиона жизни. Они тут бьют очень больно. Так, ладно, будем попробуем сейчас чуть-чуть выше. Где-то отсюда закинуть. Да, включайся ты, вот, отлично. Так, один уже слился, сейчас второй сольется, отлично. Малышник слился. Супер. То есть я, как вижу, пока только такой вариант. К сожалению, других вариантов пока не особо есть. Так. Блин, гаргулы слили. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, дерево рез не гаргула, потому что сейчас всех посливают нахрен. Так, нет, не варик. Но смотрите, какой результат хороший у нас получился. То есть отсюда реально очень-очень-очень-очень... Так, тыковка, что там, тыква еще жива, отлично. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Посливали. Ну, неплохо, неплохо. Пробуем еще. До хрена я скажу, тестил. Так, отлично. Одного убрали, второго убрали. Ой, это я зря, конечно, сделал. Так, выпустил всех. Неправильно выпустил. И просрал хорошую попытку. Вторым надо кидать Анубиса. Так. Музычка, конечно, именно для этой локации унылая. Как всех эта локация достала после того, как убрали арты, я даже не представляю. Так, стрелки почти ушатались. Отлично, стрелков убрали. Возможно, тут вместо Махатмы попробуем одержимого взять еще. Так, кидаем. Вот друид даже выбегает, отличненько. Можно и на друиде, в принципе, это все грязное дело делать. Так, отлично. Ну-ну-ну-ну-ну, разгончик, Тессу убрали, Тессу убрали. Жесть, это Тесса, конечно, это пипец полный. Тесса нас всех ушатала. Так, ну пробуем еще. Какие варианты есть? Никаких. Только так трешивать. Так, один стрелок ушатался.
Второй тоже. Пробуем. Вот друид выбегает. Отлично. Можно, кстати, на друиде нормальный разгон брать. Огонь. Не огонь. Слив. Хотя, блин, почти добиваем героев. Немножко не хватает. Так, отлично. Блин, Купидон сливается, сволочь. Поздно баф дает. Ну. Да, все-таки возьмем сейчас, наверное, одержимого сюда вместо Махатмы. Что-то она мне не внушает доверия. Так, давайте одержимого. Возьмем Одера с богом войны. Вот такого вот. Поехали. Странно, что после возрождения его сразу же сливает моментально. Не срабатывает этот. Так, давайте. Погнали. Давай, друид, прыгай. Ух ты, как нас жестко поимели только что. Ну... жестко. Так, стрелки вроде говорят до свидания. Блин. Хороший заходик, конечно, но, как видите, дерево, блин, просрало нам все. Так, отлично, один слился. Так, пробуем. Ну, дед хил. Блять, ворожея потеряли. Просто жесть какая-то. Как меня заебала эта уже подземка, честно скажу. Это просто пипец. Одно и то же. Надо ждать удачного захода. Тут чувство, когда тут ничего не решает. Сейчас вообще один стрелок тупо не слился. Не слился. Сволочь. Еще и под хил получил. Ну и сразу пиздюлину моим всем раздал. Вот сейчас кайфово Анубис ударил, но поздно. Еще с Анубисом тоже надо, чтобы нормально под баф попал. Тогда хоть какой-то толк будет. Ну, стрелка не убили. Сразу слили. Хорошо, хоть Атлант сразу первый в высадке. Надо париться. Можно быстренько его высаживать до первой ульты. Может это взять сюда Миносика. Только вместо кого? Так, отлично, стрелков ушатали. Ну, что вы скажете в этот раз? Да ни хрена вы не скажете в этот раз, господа. Сейчас нас Тесса тут нахрен ушатает. Даже не Тесса, а Кинди ушатала, да? 6. Бери действительно сюда Минотавра.
Пиздец. Одно дерево осталось с Анубисом. Ну, тут, конечно, не вариант. Ну, вариантов прохождения пока других вообще не вижу. Два стрелка вообще как ни в чем не бывало. Пипец какой-то. Жесть. Стрелка не ушатали, сейчас просто тупо на стрелок по одному вынесет. Ну, конечно, кайфовый заходик. Ну, Огнекрыл, почему ты ни хрена не бьешь? Чё за хрень? Пипец. Просто жесть. Так, один ушатался. Второй ни хрена не ушатался. Еще сейчас подхилят. Ну, давайте попробуем с одним. Интересно очень посмотреть, как нас нахрен сейчас сольют. Так, Рину ушел, ворожай ушел. Все поуходили спать. Блин, ну отсюда, конечно, самый оптимальный вариант. Ну, отлично, отличненько. Ну, ульту надо. Ульту надо. Юху, ребят, есть. Наконец-то. Не, Кинди осталось. Блядь, сейчас Кинди нас всех нахрен перепотрошит. Пипец, ребят. Тыква еще жива даже. Смотрите, что делается. Все, наконец-то. Вот так вот. Затащил я эту волну 29-ю. Поехали дальше. Дальше у нас будет уже 30-я. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайки. Всем удачи. Всем пока. Это пипец. Это просто пипец. Так. А ну-ка давайте еще гляну. Попрощался уже с вами. Гляну, смогу ли я кого-то там качнуть. Древние смотрители. Так, не хватает нам, да? Ой, короче, такое. Все, всем удачи. Побежал дальше проходить.